проблематиков, проблематиков родных, которые творили делишки не по силу другим. Плюс распад СССР, это 90-е. Братики боролись за жизнь, хоть и лили слезы. История проблематиков, проблематиков родных, которые творили делишки не по силу другим. Плюс распад СССР, это 90-е. Братики боролись за жизнь, хоть и лили слезы. Самый лучший братик, да. Гимнастик, акробатик. Выжил в 91-м, когда был в садике. Союз советский развалился на куски, и братику совсем непросто жилось. В эти дни он подрастал во дворе с пацанами. Его лучший друг Алешка, были они братьями. Постоянно защищал его, он был боксером. Но дядькам в черных масках на это было все равно. Через пару лет, 20 исполнилось малому. Купил квартиру в центре, в АВЭХе было немало. Старший позвонил и предложил в кафешке встретиться, типа повидаться. На зоне же отметился. Они гуляли по району, никого не трогая. Вдруг из-за угла выезжает Волга черная. В ней было трое, двое с калашами. Короче, было все плохо, их просто расстреляли. Да. А что случилось? Почему? Ответа нет. Брат подставит плечо брату, но брата нет. Нету братиков живых, и второго тоже. Почему убили их? Скажи мне, Боже. История про братиков, про братиков родных, которые творили делишки не по силу другим. Плюс распад СССР, это 90-е. Братики боролись за жизнь, хоть и лили слезы. История про братиков родных, которые творили делишки не по силу другим. Плюс распад СССР, это 90-е. Братики боролись за жизнь, хоть и лили слезы. История про братиков родных, которые творили делишки не по силу другим. Плюс распад СССР, это 90-е. Братики боролись за жизнь, хоть и лили слезы. История про братиков родных, которые творили делишки не по силу другим. Плюс распад СССР, это 90-е. Братики боролись за жизнь, хоть и лили слезы.